В детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» собрались учащиеся 5, 6 и 7 классов. Они из отрядов, имеющих общее название «Орлята». Игра «Зорничка» очень популярна. Ребята с огромным вниманием слушают объяснения преподавателей по различным дисциплинам, среди которых есть и обучение практическим навыкам оказания первой медицинской помощи. Шина. Как мы ее накладываем? Мы никогда не накладываем на голое тело. Вы должны помнить, что мы всегда должны на что-то, да, там, на одежду. Подготовительные сборы в «Лесной сказке» организовали при поддержке Комитета по образованию администрации округа, шефов из войсковой части 42-829 и молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья». Среди дисциплин, которые изучают школьники, преодоление зоны заражения, практическая стрельба «Знай оружие». Мне больше всего понравилось разбор-сбор оружия. Смотреть, как профессионалы быстро берут, и за несколько секунд, бац, и автомат уже разобран, собран. Ну, увлекательно, как у них быстро руки двигаются, пальцы что-то нажимают, и получается, ну, разбирается оружие. Интересно, куда ты попадешь, прицелиться, и узнать, куда ты попадешь, именно в какое количество баллов. Мишень. Я здесь в первый раз, до этого ездили мои одноклассники. Ну, даже если я не поеду на Зорничку, все равно я получу опыт, который, возможно, мне пригодится. И очень хотелось бы там побывать, на Зорничке. Для педагогов же состоялось методическое занятие организации и проведения игры «Зорничка» в 2023 году. Основная цель всех мероприятий данного проекта – это патриотическое воспитание детей. Это основная цель абсолютно всех мероприятий, которые вот мы проводим сегодня. До самой игры осталось уже меньше месяца. Она пройдет в центре «Лесная сказка» 15 ноября. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, «Щелковское телевидение».